После отъезда из России певица Алла Пугачева крайне редко публикует новые фотографии и видео в социальных сетях. Поэтому те редкие кадры, которые попадают в интернет, поклонники рассматривают с особым пристрастием. Последний снимок, сделанный после концерта Максима Леонидова в Израиле, особенно сильно взбудоражил общественность. В комментариях под публикацией появились упреки в адрес новой внешности исполнительницы хита «Миллион алых роз». Пользователи сети сочли, что губы Примадонны стали больше, а значит, без ухищрений косметологов не обошлось. По их мнению, Алла Борисовна переборщила с филлерами в погоне за молодостью и красотой в свои 74.